Можете молчать хоть до следующего года. Тут и отпраздную. Яблочко. Прямо вот сюда. Да ладно. Алкаш хренов. Значит, слушай, как вопрос решать будем. Я понял. Это прикол, да? Ты фольклорный персонаж. Раз, два. Ёлки не казённые. Ты стебёшься? Снегурочка, это не внучка Деда Мороза. Вы, видимо, перепутали. Мама? Это всегда такой вот, как ты, наказанный. А, вы из управляющей компании? Из исправляющей. Да мы же с ней. Да ты что? Из-за тебя страдают все вокруг. Да там одни козлы и уроды. Вообще, пошли они за... Дед Мороз настоящий! Я его Снегурочка! Нет, чё?